Привет, друзья, это тест жидкости Fresh. Фасовка может быть 60, может 120 мл, быть достаточно демократичная цена. И это, в принципе, моновкус, это виноград. 0,5-3 по никотину. Может, в данных жидкостях используется несколько ароматизаторов винограда. Сейчас мы это все проверим. Гибочка с нижним обдувом. Ну, честно говоря, если мы говорим цена, качество этого жижла, зачет. Вот зачет. За большую емкость, 120 мл, 200, по-моему, 30 гривен цена. Бомба. Есть много достаточно на рынке жидкости, которая в такой ценовой группе, с таким же самым объемом, но почему-то данные производители очень пытаются накаламутить чего-то, да, то есть, надо же понимать, что ценник как бы отвечает, что туда каламутится. Иногда каламутится то, что вообще между собой не сочетается. Поэтому в данном случае была выбрана правильная политика, выбран хороший вкус, парибельный, сладкий, в данном случае это виноград, очень сочный, зачетный. Может, по-моему, даже есть чуть-чуть кулера. Ну, просто у меня тут несколько жидкостей перед этим еще тестировалось, поэтому, может, кулер оттуда остался. Но, по-моему, есть чуть-чуть кулера. Никаких претензий к качеству изделия, как говорится, я не имею. Также все замечательно с боковым обдувом. Кисло-сладкая жидкость. Кисло-сладкая. Сладкий виноград это замечательно, но она кисло-сладкая и в хорошем балансе. Виноград не такой, как сок. Здесь какой-то сорт, наверное, или несколько сортов. Какой-то микс, но очень приятный. Так, ну и давайте МТЛ-ник. В МТЛ, как всегда, в принципе, хорошо звучат какие-то моновкусы. Иногда, конечно, в ароматизаторе не та нота во вкусе вылазит. В МТЛ-нике, точнее, не та нота из ароматизатора, которая бы хотелось, проявляется. Но давайте пробовать. Я бы не сказал, что такое вау, все-таки там, где больше воздуха, открывается палитра поярче. То есть кисло-сладость, сами какие-то ноты вкуса открываются поярче. Здесь немножко упростилось, но в общем все нормально. В общем, парибельно вполне для МТЛ-ки. Вот как раз сейчас все нормально. Вот для этой жидкости нужен воздух. Отлично. Ну, у меня все, поехали к следующей.